Всем привет! Привет! Мы сегодня такое интересное видео будем делать. Что мы будем делать? Наш сезон еще не закончился, да, Рыжик? Какой сезон? Мы будем снимать, как мы будем выращивать растения, да? Да. Мы сегодня будем делать, выращивать такую интересную... Клумбу на подоконнике, да? Да, клумбу. Ну, Рыжик... Мы сегодня будем клумбу делать. Клумбу на подоконнике, да? Да. Где цветы. У нас там много цветов. И мы там будем ее делать. Да, и Рыжик будет помогать. Да. Для этого у нас есть вот такая штука. Это от торта. Да. Крышечка сверху. Так. Что у нас еще есть? Тарелочка большая. Вот угу. Так, вот в этой... крышки от торта мы сейчас сделаем несколько дырочек здесь, да. Чтобы вода... Три можно. Можно больше, чтобы вода не застаивалась там внутри. Давай четыре сделаем дырочки. Давай четыре. Четыре это хорошо. Потом у нас есть вот такая земля. Да, земля. Вот. Мы ее туда засыпем. Да. Угу. Для цветов. Ага. И что мы посадим? Мы посадим щавель, да? Да. Щавель посадим? Да. И потом, когда он вырастет, мы с него что-нибудь сделаем. Какой-нибудь суп сделаем. Да. Борщ со щавелем, да? Или какой-нибудь салат вкусный. Да, точно. Или... О, Рыжик уже помогает. Проверяй там, где же мне дырочки. Рыжик, смотри. Интересно, да? Да, Рыжик пошел дырочки делать. Он сейчас от своими когтями так раз и сделает. Да, он наш помощник, да, же Рыжичек? Угу. Да. Вот нам такой мы еще такие... щавель посадим. Да, вот это щавель. Вот. Похоже на дрожжи. Но это семена там внутри. Да. Сначала нужно вот здесь проковырять дырочки. Да. Так. Это будет сложновато. Да нет, это не сложно. Просто отверткой продавим там несколько дырочек. Вот так. Так, вот мы проделали несколько дырочек. Да. Нам хватит этого. Чтобы... Да. Это нужно, чтобы вода там в земле не застаивалась. И чтобы корни наших растений не начали гнить. Да? Да. Теперь мы сюда насыпем землю готовую уже. Черную. Да, она. Надо вот эти комки раздавливать крупными, да. Чтобы земля была мелкими кусочками. Вот, ну ничего, перед видео, в конце видео мы вытерем все тут, уберемся. Конечно, уберем. Да. Вот что у нас получилось. Вот, здесь вот такая земля. Да. Чернозем прямо. Да. Вот, теперь вот эти семена открываем. Да. Открывай. Там семена. Посмотрим, какие. Мелкие, они очень мелкие. Да, они вот, смотри. Ух, какие! Вот. Какие семена. Там мелкие-мелкие. Да. А из них будет много цветов всяких красивых. Рыжик пришел проверить. Что это вы тут делаете? Да? Рыжик. Да. И вот так вот садим.
Рыжик проверил, да? Да. Что там? Нужно их немножко теперь прикопать. Да. Чтобы они были скрыты землей. Да. Тогда им легче будет прорасти. Да. Давай, Рыжик. Рыжик, иди, посмотри, как получилось. Тебе нравится? Мне классно? Нравится. Ты, надеюсь, сюда не будешь лазить, разрывать эту землю? А теперь мы все это должны полить водой, да? Да. Вот так вот попрыскать сверху. Смочилось, чтобы все. И семена начнут расти. На, Маша. Убежал. Теперь мы поставим эту нашу грядку на подоконник и будем периодически поливать ее, когда земля будет подсухать, и будем наблюдать, как растет щавель, да? Завтра посмотрим, как наше растение растет. А еще мы снимем таймлапс, да. Видео. Ускоренно. Где будет видно, как быстро вырастут эти растения, да? Да. Они будут расти где-то недели две, а у нас они вырастут за несколько секунд. Жичик, что там такое? Что там, Жичик? Пошли посмотрим. А, вон, стрекоза уже ожила. Эй, Рыжик ее поймал. Рыжик, ты зачем ее поймал? Рыжик, отпусти стрекозу. Зачем она тебе? А? Арыш, ну зачем тебе стрекоза? Пусть летает. Отпусти ее. Может, ее на улицу отпустим? А, Рыжик? Давай отпустим. Не ешь ее. Правда, она на улице замерзнет. Там еще снег лежит. А здесь она уже летает. Вернее, летала. Эй, Рыжик, ты что, ее съел? Зачем? Рыжик, что, голодный? Ты зачем стрекозу съел? А, Рыжичек. Эх ты, взял, съел ее. Всего больше нету. Всего больше нет стрекозы. Нету больше. Че, Рыжик, вкусная была стрекоза? А? Вкусная, да? Ах ты бессовестный, взял стрекозу, съел. Зачем ты ее съел? Все, Рыжик, пошли. Всем пока! И до встречи в следующих видео! Да.